Город профессии откроют для юных химчан. 15 сентября в парке Толстого будет работать больше 40 локаций, где первоклассники смогут попробовать себя в творчестве, медицинском и предпринимательском деле, спорте. Организует праздник компании «Гигавайдер», новый оператор сотовой связи городского округа Химки, при поддержке администрации, а также около полусотни предприятий города. Кем хотят стать школьники и каковы их ожидания от будущих профессий, удалось выяснить нашей съемочной группе перед началом учебного года. Великим футболистом. Почему? Расскажи. Играем в сборной России. Доктором. Доктором? А что ты будешь делать доктором? Я буду прививки делать. Я мечтаю стать изобретателем. Как интересно, а почему ты хочешь стать изобретателем? Ну, потому что мне это уже понравилось. Я много чего уже изобрел. Я хочу стать химиком, хочу изобрести такое лекарство, чтобы была вечная жизнь. Будущих химиков ждет приятный сюрприз. Пробирки, сосуды, разноцветные жидкости и сухой лед. Настоящие химики расскажут ребятам, как создаются лекарства и приоткроют тайны своей работы. Покажем элементарные опыты, которые будут, например, основаны на том, что в нашей лаборатории используется очень часто, но очень эффектно выглядит. Все знают, что азот – это газ, а вот при температуре минус 196, это невероятная космическая температура, он переходит в красивую текучую бесцветную жидкость. Что такое безе, как сделать творожный крем и почему хлеб из печки такой воздушный, расскажут и покажут на самой вкусной площадке праздника. Юные кулинары узнают все секреты кондитерского дела. Изготовление кондитерских изделий и выпечки – это целое искусство. И ребята могут попробовать реализовать свои творческие потенциалы. Совместно с нашими кондитерами они могут приготовить бисквитное пирожное, крема на основе сливок, всевозможные топпинги, ну и потом угостить этим кулинарным шедевром своих друзей и родителей. Праздник по традиции начнется с аллеи первоклассников. Здесь счастливые лица и грезы о будущей профессии. В завершении программы ребят ждет большой сюрприз, который никого не оставит равнодушным. Праздник «Дети – наше будущее» пройдет 15 сентября в парке Толстого с 12 до 15 часов. Будет интересно не только юным школьникам, но и их родителям, ведь им представится уникальная возможность узнать о новых талантах и увлечениях своего ребенка.